Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detol, и мы продолжаем играть в Brawl Stars! Всем привет, дорогие друзья! И мы сегодня опробуем еще один составчик, это Нио и 8-бит. Да, нитка, 8-бит. А кто хочет с нами поиграть третьим, ребята, пишите свой ник в комментариях, ставьте лайки и делитесь этим видео, и тогда мы рандомным образом выберем счастливчика для следующей игры. Давай отправимся уже в парные столкновения и раскатаемся. Кстати говоря, ребят, вступайте в наш клуб. Да, он вот... вообще топовый. Да, вот здесь вот тег клуба, ребята, присоединяйтесь. И, конечно же, всем рады, места свободные всегда есть. У нас только активный клуб, только крутые бойцы, так что залетайте к нам. Так, ну что же, нам нужно побольше разломать сундучков и накопить силы. И тогда мы просто всех уничтожим. А я жду своего любимого Мишку. А, Мишку будешь вызывать? Да, Мишку. Смотри, вон там Мортис уже такой. Фига, а что такой модный? Это Элвис, что ли? Да, Элвис Пресли. Мишку вызывай. Вызывай Мишку. Вызывай Мишку. Опанька! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это Шелли. Шелли нет, к Шелли вообще не подходи, потому что... А я лечусь в зоне хилки. Унизит. Да это еще посмотрим, еще мы кого кто кого. Ох ты ж нет, я смотрю, ёп. Я ее унизил. Практически, унизил. Тихо. Отлично, только появился Дина Майк. Так, смотри, мы в этой зоне можем тусоваться смело, потому что она у нас будет прям нам... Уже нет. Все, закончилась зона. Зона закончилась, и мы в самом центре опять тусуемся. А да куда я выстрелил? Дина Майк! Я не знаю, как. Дина Майк! Так, Шелли опять там подкрадывается. Что он так нам подкрадывается? А, я забыл про Дина Майка. Да, Динамайк может сейчас в игре поднапрягать нас, потому что он вот позакидывает. Так, а как тебе? Вот а вот так вам, урод... а вот так вам, где там Шелли твоя, ты говоришь, не подходи к ней. Вот, о, столкновение, прикинь. Раскатали, сейчас Мишку вызову. Давай, Мишаня, помогай нам. Не, до Мишки еще надо попасть кого-нибудь. Сейчас, я тут пока что свою эту ставлю. Ох, минус один. Да, вот и давай, вот, минус второй. Мишка, где ты мой Мишка, мой хороший. Ну, слушай, у него тринашка уже, блин, быстрый он, конечно, гад. Вот так вот нас раскатал, читай один Мортис. Ну, неправда. Да раскатал он нас. Ну, он быстрый, ты видишь, что он быстрый, невозможно так в него попасть. У него 10 тысяч хелса было. Как я должен своими там 3000 его размотать? Ну, 3 атаки. Ну, по 3000. Ну, 3 атаки по 1000. А у него 10. Нет, ну ты же был на кубках тоже. Ты же не просто был голый. Ну, вот 1200. Нормально. Так, сейчас она... Давай, пробивай, у тебя же сквозь... Да, я пробиваю, все, я все раскатал его. Красавчик. Бежит за моим... За моим кристальчиком ушел. Ох ты гад. А я все равно так, продолжаю файтить. Ты пока все равно продолжаю файтить сундук. О, хорошенько там накатил Джинчику. Подожди, давай, а правда, там Леон еще? Ты а, там Леон? А, да ладно, я думал, Леон убежал. Куда он убежит? Они же вместе с другом тусуются. Куда они убегут? Я подумал, что он один. Бегут. Так. Давайте, пацаны, выходите. На! О, притянул! Он притянул! Притянул твою штуку. Решил притянуть мою штуковину. Мою шарманку. Мишку, на тебе! Понял? Подожди, на нас тут идет. Да, блин. на восьмерке вот очень жесткий. Так. Эх, не попал. А вот теперь попал. Да, молодцом. Главное стоять нашей зоне. Вот, смотри, вот здесь и хилиться можно, защищает. И еще и. Она разве нас защищает? Она просто увеличивает. Ну, она нас увеличивает урон. Ну да, классно он притянул, кстати говоря. Ты знаешь, что можно прикрыться, и урон будет приходить. Да ладно, прикиньте, те ребята остались. Да чтоб их, а? Сейчас Джин будет притягивать, смотри. Очень быстро размотать. Да, на двенашке. На двенашке сложно. На двенашке сложно выжить, ребятки. Самое интересное, что мы им накатывали в начале, да, и в принципе, на самом деле, могли их раскатать. Да, могли. Я думал, что там он один, видишь, я проследил за Леончиком, а он... Да, обратно он вернулся. Вообще не один. Он обратно вернулся. Ну, ты учти, у тебя же всего лишь-то пищенка наносит урона. Достаточно мало. Подожди, мы сейчас опять с тобой не соберем ни кристаллы, ничего.
Все нормально, пошли, пошли. Ой-ой. Так. Поэтому успел другу раскатать, но они уже где-то на пятерке набрались. Тут Динамайк меня прессует. Да, я вижу. Он сейчас будет закидывать. Пришел. За божественный закатил. Есть один. Минус, есть два минус. Еще минус. Динамайк, аккуратно. Да, я вижу его. Да как он даст... Во, а кто мне так? Это он? Это Джесси, попал? Джесси. А, Джесси попал. Джесси на раздвоение попала. А, я понял. Ух ты, хорош. Уходи налево, уходи налево, уходи. Все четко, все четко. Я вырвался из цепей этих злобных ребят. Unreal турнирмент какой-то исполнил. Красавчик, четко. Динамайк, видишь, на автоподаче был. На автоподаче? Автораздача. Смотри, вот это 11 дает. Она через меня когда проходит. Она когда проходит через человека. Ну да, она очень мощно бьет. На так что медведя. Ты за Мишкой не прячься. Смотри, я его так неплохо накидываю. Ты за мной не прячься, не стой со мной в одной линии, потому что это... Ах, ты ж своя пушка, а? Колотушка. Да, пушка это ее. Давай уходим. Уходим левее. Уходим. К сожалению, приходится левать, ребята. Да, ребята, здесь у нас шанса практически. Только если нас честно. 8 битка нас отбитит. Я даже не знаю. Ох, да, она мне как попала. А там еще есть, друзья? Ну, конечно, еще. Я думал, это столкновение. Просто дофига. Смотри, она сейчас пушечку где-то воткнет. И будет тяжко. Ничего не знаю. Ничего не знаю. Я жду тебя. Так. У нее 8000. Классно ты меня. Ай-яй. А, да ладно, у него Мортис, оказывается, был мертвым. Меня убило. Да, я понял. Я шельфик. Дало мне по лбу прям. Нормально так. Блин, он свою пушку эту... Ну так уничтожай ее. О, отлично, отлично, дожимай. Есть. Ай-я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 й. Ну зато вторые. Да, второе место, ребята, очень неплохо. Надо королевочку взять. Как получилось так, что ее дожало? Что-то у нее минималка какая-то была, и какой-то кузнечок ей залетел. Да. Добила. Ну, может быть, она, кстати говоря, ушла в зону. Но все равно, ребята, на мощники противники попадаются. Прям серьезно. Ну, согласен, да. Прям не хотят умирать. Отказываются. Вон, Динамайк бежит все. Все бежит. Да что такое, я ненавижу Динамайк. Дина дурак. Так, уходим. Смотри, вот там Эмзик. Опа. А ох ты как хорошо зашел. А на тебе. Не достал по ней. Все, хилимся, в зоне хилки. Файтит. Да слушай, у меня тоже далекий файт. Не, у тебя не такой далекий, у нее гораздо меньше. Подожди, ты только не подходи к этой. Потому что. Опа-на! Ой-ей, смотри, она дохленькая. Ха-ха-ха-ха, раскатал. О, я тоже раскатал друга. Только мы свой раз до конца попадем. Опять, да? Этот Дина дурак. Ну что ж такое? А ты у меня красавчик. Да, я здесь. Я Джесси дожал. Так, я вот здесь ставлю свою суперштуку. Чтобы мы были плюс 30%. Отлично, ребята. Хочешь здесь проверить, здесь никто не сидит. Вон там, справа. А у меня автоприцел говорит, где противники, понял? Вот так я стреляю, вон там вот они, слева, в левом нижнем углу, вон бегают, видишь? Да. О, на девятке! Ой, красавчик, молодец! Хедшот. Нифига там пушка, колотушка. Да, пушечка неплохо так накатывает. Вот он, смотри. Вот он, это твой друг любимый. Ты его сейчас... Во-во. Аккуратно, бочку бросил. Да нету опять Джесси. А, не! Барли! А я тебе никак не помогу. Я тоже сам себе не помогу, если ты мне не поможешь, Димон, я застрял в ограждении! Ну как я застрял в ограждении, блин, не видно было. Так, ты застрял в ограждении. Я еще там раскатал. А, ну конечно, у тебя 16 уже. Добивай, дожимай. Просто Unreal какой-то. Забери. Ой, я появился! Конечно, ты появился. Странно, что ты атакуешь. Я думал, мы да все, мы выиграли. Нет, прикалываешь что ли? Опять, да чтоб тебя! Он мне в зону откинул. Хотел выбросило просто куда-то. Блин, давай Динамайка зажимай. Да он меня запарил. Блин, он тебе попадет, ты же медленный. Подожди, а он умрет в зоне, он умрет в зоне. Слушай, он тебя дожмет. Он дожмет тебя.
Прикинь. На одной молнии. Ну я медленный очень, я не буду. Ты топтался за весь такой. Нет! Нет, не убивайте меня! Ой, да, ребята, классный был файт. Шикарный просто. Чуть-чуть остается до мега-сундука. Ой, зато два сундучка. Давайте откроем. Сейчас откроем, посмотрим, давай, что конечно. У нас здесь два сундучка. Может быть, лего. О, 8 кристаллов не выпало, нифига. Вот это подгончик. Вот это круто. Это место леги, что ли? Возможно. Так, ребятки, ну что ж, увидимся в следующем видео. Ставьте лайки, пишите ваши ники. И с вами была команда Дитл. Да, ребята, всем спасибо. Пока. Пока.